кошмар какой-то. У нас на 9 ресторан забронирован в Капальбе. Это я хотела поснимать еще немножко Капальбе. В итоге ни Капальбе, ничего нет. И люди вот эти, они возвращаются все в порт Санта-Стефана. Видимо, потому что у них забронированы рестораны. Что-то невероятное, что творится. Вся дорога, они стоят. Такой большой трафик, такая огроменная пробка. Просто люди не могут попасть в порту Санта-Стефана. Хорошо, что у нас чисто все. Bello tu. Stupendo, è uno dei porti più belli d'Italia. Sì. Tutto originale. Tutto originale. Assolutamente sì. Посмотрите, какая арка. È perfettamente illuminato. Sì. Как красиво. Джорджи говорит, как хорошо все освещено. Перфектаменто. Когда я говорила, что в Петильяно люди любят свое жилье, я, это не имеется в виду, что это заброшенное какое-то жилье, все хотят уехать отсюда. Даже в таких маленьких деревнях люди все равно следят за своим жильем и любят свое жилье. Посмотрите, как они украшают. Все чисто. А наши маленькие деревни, на что похожи? Не все, конечно, не буду обобщать. Вот эта площадь. Тут парочка сидит. Мы здесь одни, а уже почти 11:30. Эта церковь открыта. Она такая маленькая. В таких местах все время хочется говорить тише. Хотя говорю, мы здесь одни. Фрески. Капальбе я уже посещаю 7-й год. 7-й раз, да, можно сказать. Нет, за отпуск мы посещаем иногда по нескольку раз Капальбе. И всегда мы остаемся в восторге. Это
такой хорошенький. Уже родным стал этот Копальбина нам. Ой, там люди ужинают. А, нет, это у них такой бар, наверное, или они дома. Так интересно. Сейчас попробую смотреть. У нас сегодня полная луна, посмотрите. И сказка тосканская. Вот это итальянские будущие. Сами понимаете. Какие двери. Жаль, что качество теряется. Теряется качество, потому что съемка ночью. Джорджо, фай салюты. Чао. Грация. А это Торре де ла Карла. Одно время мы здесь все время ужинали. Ну, не все время, но когда когда приезжали в Портос, в Копальбе. Вот у них есть там такая терраса. Так. Еще одна крепостная стена, просто какая-то неимоверная. Неимоверно, я все люблю трогать, вот это всю старину, не только в Италии. Красиво. Башня, конечно, и этот ресторан La Torre della Carla, мы перестали в него ходить, потому что он очень дорогой. Мы нашли Аль Поццо, я его рекомендую. Мы сегодня получили истинное наслаждение. Вот, ну а это тот ресторан Аль Поццо, в котором мы только что ужинали. Вот так красиво он выглядит. Окей. Продюсеры, режиссеры, спонсор, все в одном лице мне говорит, давай снимай еще эту дверь. Я говорю, я снимала ее в прошлом году. Еще снимай с этим светом. Мы выходим из Копальбе. Ой, вы представляете, они пальто продают. Это что за цвета?
Ладно, посмотрим, что же будет в моде. Снова любовь. И мы вернемся обязательно. Ho capito, bella idea. Questo è l'inizio, proprio questo.